Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник Toyota Land Cruiser с водителем и 5 туристами. Всем удалось спастись. Сообщение о провале автомобиля с пассажирами в проливе Малое море, озеро Байкал, поступило на пульт дежурного МЧС в 17:10 по местному времени. Провал произошел в 50 метрах от берега. Глубина на месте более 10 метров, толщина льда около 10 сантиметров. Всем удалось выбраться, авто ушло под воду. По данным МЧС, семья из 5 человек приехала отдыхать на Байкал из города Орла и остановилась в гостевом доме. Его хозяин предложил туристам экскурсию на своем внедорожнике. Однако в районе мыса Уюга автомобиль начал тонуть. Состояние водителя и туристов оценивается как удовлетворительное. Одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. По данному случаю проводится проверка. Спасатели предупреждают о том, что ледовый покров на Байкале формируется постепенно и неравномерно. Во многих местах выход на него еще опасен. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!